Всем здорово, ребята, дамы и господа, и девчата. В общем, пилот 1000РР на связи, пацаны. И у меня, кстати, что-то голос какой-то слов такой грубоватый, блин. Я не знаю, сейчас для чего-то рулетки пойдет. Ребят, ну ничего такого, камера стоит. Здесь я смотрю, Моник. Давайте погнали. Сейчас рулетка. Будем искать. Да? Ой, девочка. Привет. Что-то подвисает. Он уже не подвисает. Она уже переключается. Супа, видать, хочет. Нет. Ах ты, супа, видать, хочет покушать. Нормального. От Джамшута. Из чат-рулетки. Да, братан? Горячка такая, да? Вы поете? Я пою только по мотиву Аджара Гуджу. Да, серьезно. Давай, брат, исполни, брат. Не, братан, я, короче, девчонок еще. Сейчас мы будем тили-тили, тролливали, вместе мы бухали. Ладно, пацаны, полетели. Это какой-то неадекватный стал прям вообще. Потом увидели сами. Да. Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги. Прям вот так. Чётенько. Красава. Братан, какой год сегодня? Забыл, реально. Вот кого спрашиваю, говорят 90-е. Реально 90-е? В смысле? Ну, 90-й год. В данный сегодня момент? Да. 76-й? 76-й, ништяк. Так, ладно, братан, мне завтра в школу идти. Я сегодня уроки не сделаю, меня мамка заругает. Давай, пойдем. Нет, я еще не родился, нахуй мне надо. Ну тогда ништяк, братан. А тогда кайфуй. Обстановка по кайфу. Пойду сперматозоидом поплаваю. Давай. Жестко. Пацаны, вот вы честно, вы за Хабиба болели? Да, я конечно. Вот за Хабиба прям реально красавчик, брат, да? Брат сердца, Хабиб, брат сердца. Чего? Хабиба от души мы болели. Хабиба от души. А че, он больше не будет выступать, как я понял? Реально же? Он закрыл карьеру. Все, достаточно ему, все. Ну, он молодец. Ладно, пацаны, вы тоже молодцы. Он просто весь мир показал. Да, я знаю, я всегда за Хабиба. Он легенда. Как Майкл Тайсон. Корол и все. Да. Давайте, пацаны, удачи. Давай. О, привет. Ты рожаешь, что ли? Ты рожаешь? Нет. А что ты тут кнулся? Мне вот будто бы 15 месяц. Прикиньте. С этими тренировками по литрболу. Литрбол. Мужик, ты играл в литрбол? Ну игра такая. Литрбол. А, это ты, старый, добрый, блин. Да, это я, да. Здорово, братан. Какой сегодня год? Да, я конечно, вот тебя узнал. Да. Какой сегодня год, я забыл. Не, ну литрбол оставь себе. И можешь. Вот, не знаю, как я тебя вижу. С доброй душой, блин, но с дурной головой.
Да, братан. Я на самом деле не увлекаюсь. И литербол оставь себе. Можешь погонять шары у себя в голове. Вот. Не, я шары, знаешь, честно, я играю в карманный бильярд. Я в карманный бильярд играю. В бильярд не играешь? Бильярд не играешь. Красавчик, я играю вообще в карманный бильярд. Играешь? А, во что ты играешь? В карманный бильярд. Самый жесткий бильярдный бильярд. Да, братан. Ну, красавчик. Давай, ладно, мужик, полетим. Так, привет. Здорово, здорово, братан, да, здорово. Братан, а тебя пробивали сегодня в чат рулетки? Пробивали, пробивают прям постоянно вообще. Нет. Вот сейчас только что ты пробиваешь. Нет, ну, понял, он знает, как меня зовут, где я живу. Да я знаю эту тему, чё. Так, наверное, все знают уже эти. А как можно пробить, сука, по голосу, не видя лица, блядь, и узнать о нем все? Не, по голосу не пробьешь. Так, а вот, блядь, вот! Подожди, ты слышишь мой голос, да? Да. Вот, меня не было в кадре вообще, я сидел вот тут на кровати, я сказал что-то про игру, одно слово, после чего он говорит сразу мое имя, фамилию, после чего говорит друга, с которым мы сегодня пересекался утром, говорит подругу, с которой я общаюсь только два дня, после чего говорит, где я родился, и обо мне всю информацию. Что-то не знаю, по голосу нереально пробить, может он тебя видел? Я его не знаю, понимаешь? Нет, и по фотке он... можно пробить, по картинке вот даже. Вот буквально. Он тебя хоть секунду посмотри. Видел? Подожди, нет, понимаешь? Он вот так вот все это было, да? Да, 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 вот так. Вот смотри, вот я сижу, да? Послышишь мой голос? Ну? Я сказал одно слово, вот так, как ты слышишь. И все, и сразу. Гаси, вот это я не знаю. Я знаю, по фотке можно пробивать. По фотке мы тоже знаем. Понял, короче, типок такой жирный сидел. Он еще, знаешь, что сказал? Он сказал, какие я именно фотки ВК пересылаю. Какие именно? Что именно пишу, все что угодно. Тупо всю информацию. А я вообще не ебу кто это. Тупо неизвестная личность. ХЗ, и я не знаю, ребят. Понял, короче, он такой жирный, у него там на заднем фоне телек был, но видно, что какой-то богатый, понял, тип? Качество, камеры охуенные, такого. Сейчас я сразу, я тебе отвечаю, ебать. Бля, пиздец, все рассказал, все, бля, ебать мы в ахуе. Херовато, пацаны, давайте, аккуратнее, не попадайте, давай. Что там? Видел? Да ну нахуй. Это ты, Пилу? Да? Ты там был? Ну я смотрел фильм «Пила», там также мужик разговаривал голосом. Да, это я. Это ты? Да. Правда? Да. А почему ты в «Рашке» тогда? Фильм же американский. Там еще такая история. На Марс отправили меня. Зачем? Там мутная тема. Нет, ну, ты, мне кажется, обманываешь. Мост строили. Давай, братан, полетим. Давай. Мне кажется... Ты стример? Нет. Я фанат Моргенштерна. Всю ночь так сижу. Под его бит. Он ставит чат рулетки. Все охуевают. Какие трэш. Давай, братан, полетел я. Мои гости. Давай. Че трэш. Ничего, блин. Ай, бля. Сай-хай. Сай-хай-хай-фай. Хай-фай? Хай-фай. Джарагу Джу. Обстановка по кайфу. На, братан. Хай-фай. Давай, братан. Девчонки. Должно же быть, ребята, все в тему. А когда темы нету, тема должна быть. Привет. Ну, здорово. Здорово. Как твои дела? Нормально. Чего спишь? Да, не хочется. Че, в Ванфейс не играешь? В Ванфейс надо. Не хочу. У тебя есть друзья дебилы? Дебилы есть. Друзья дебилы есть, да? А у тебя есть? Да, у меня есть парочка таких. Слышишь? Дебилов. Наверное, вот такие. Да, ты вообще люда. Красава, братан, красава. Лайкос тебе. Давай.
Опа! Блин! Такие прям видели. Ой, привет. Ты не показывай. Не надо. Не собиралась. Кто тут, блин, вообще сейчас попадались. Вообще прям, я ж офигел. Прям серьезно говорю, вообще прям. Такие прям показывает фигуры. Чем занимаешься? Ничем. Телевизор смотрю. Телевизор? Да. Че там по телевизору идет? Ничего, опасные связи смотрю. Опасные связи? Да. Это прям. Это топ-контент. Опасные связи. Не, мне почему мне нравится. Не, ну мне тоже нравится, если честно. Я прям балдею, прям. Ну а чем я могу заниматься? У меня дети спят, муж на работе. Вот и решила приятно с полезным совместить. Да, кстати, да, правильно. Кстати, правильно. Ты чем занимаешься? Я вот думаю, спать лечь. Что-то сегодня прям вообще устал. Ночью. Буду я спать. Да, давай. Приятных сновидений. Пока. Нет, это было... Да, давай, хорошо. Ну, я с Воронежа там. Че трэш. Люди. Побухали, блядь. Бухать будем, что ли? Ну, а че не мы? Травки курнем. Давай. Какой будем курить? Я вот люблю, знаешь, ландыша. Знаешь, такая песня? Пландыши. Мы курим сегодня пландыши. Ладно, пацаны, полетел я. Позитива вам. Давай. Удачно. Давайте. Спасибо. Привет. Не подскажешь, год какой? Не, ну реально забыла.